Федеральная собственность, бывший дом культуры, федеральная собственность, ну, этим вопросом занимаются. Сиюминутно его отремонтировать невозможно, вы увидели состояние. Там будут сделаны мероприятия, которые, как мы говорим, спрячут визуально вот это вот неприглядное состояние. Есть такие технологии, они сегодня используются при строительстве, поэтому там будет сделано так, чтобы его вид не портил ту красоту, которую мы сегодня видим. Коллеги.